Икс, а также Яурдив и... Сардинка. Это специально приглашенный гость Сардинка. Она стример, великолепный человек и просто хороший саппорт. Лена. Да, там, это я. Команда готова, стримеры готовы, я думаю, мы начинаем. Да, и сейчас первая карта у нас будет башня Лидзян. Собственно, самые зависящие котхи от циферок, так что мы будем смотреть то, как соревнуются циферки. У команды... Так, надо поменять на плашечку. Все. У команды Мира у нас будет замена. Так, у меня курсор, поэтому как бы по-хорошему мне перезайти. Давайте я напишу. Так. Ну ты можешь перезайти, но это ничего страшного. Ты же не ага. Нет, это не голубя, так что давай. Давай, я пока выйду из игры, перезайду. Вы мне потом кинете пригласик. Можете пока комментировать матч, думаю. Да, окей. Мы пока расскажем, что происходит. Сейчас команды, в одной из них наш Бобби! И еще классные ребята, а с другой стороны из знакомых только Верт. Итак. У нас по одному человеку. Квик правила. Это очередная небольшая заминка. Лобби вообще-то должен создавать человек, который сидит в касте, поэтому... Так, сейчас, в общем, мы размикрим пока вот эти вопросы. Лена, расскажи что-нибудь классное. Как тебе? Как ну, тебе... я в первый раз участвовала в виде комментатора. И я была выкинута, потому что, да, матч был приостановлен модератором. Но посмотрим, что-то как. Мне кажется, собрались две... Чтобы они в лобби захотели в новую. Да. А разве сейчас все не пересоздали? Верт, он участник, он не может быть этим лидером лобби там по регламенту. А, по регламенту так. Ну, давай, напиши им, скажи. Я уже присоединюсь к себе, так. Пока что стандбай, пока все у нас такое странное. Где вообще это происходит? Да, все. Скажите мне, пожалуйста. Все в порядке. Мы просто разминаемся. Вот разминаем людей, показываем этот. Кстати, надо зайти будет в чатик, почитать, может, кто-то уже зашел. Сказал нам. Так, у нас кто слева был? Слева у нас Мира были. То есть не бомби. То есть не бомби. Мира. Мира, да? Ой, сейчас я тебе скажу вот прям вот конкретно. Яргу и Мира. Ты сможешь, кстати, учитывая, что на стриме есть задержка в 45 секунд, ты, в принципе, сможешь даже залететь и посмотреть, как там было. Ну, не сейчас, правда? Так что... Здесь нормально уже, я написал. Вы меня куда-то не туда выкинули. Но это я... Да-да-да, ты уменьшил до двух. Да-да, я случайно присел. Ну, я просто пресет сделал и сломал пресет. О, я играю с бомби. Классно. Ну, это ненадолго, кстати, надеюсь. Эх. Поставьте все против рак, чё мы. Мы же хорошие люди. Вот Лео, так. А где вообще ссылочка на стрим? Да, ссылочка на стрим? Ссылочка? Зачем? Да. Как всегда. Как-то зачем? Чат мониторит. МСТУ. Странно. Ну блин. Наш официальный стрим, на нем все проходят трансляции. Так, как пишется еще раз? Overwatch BMSTU. БМСТУ, с БМСТУ, что такое БМСТУ? Ну, Бауманский. Бауманка. А, ну да, точно. Ох уж эти МГУшники, совсем зажрались. Прости, надеваю свой браслетик МГУшника и все. У тебя он есть, да. Мой любимый экономический факультет. Да-да-да. Карта башни, точно. Карта Лидзян Тауэр. Мне кажется, мы потеряли по одному игроку из каждой команды. Пока пересоздавали лобби. Они не понимают, что происходит. Мит, скинь ссылку, пожалуйста, если ты нашел. Угу. Так что, пока разминаемся. У нас все... А, все хорошо. Все под контролем? Все хорошо.
Я люблю комментировать то, что я пишу, потому что я этот дивамейнер, я не могу выполнять. Чтоб не не забыть, да? Да-да-да. Ну, понимаешь, у меня как бы память маленькая, нужно пользоваться. Лен, ленточку красную, розовую надень. Да-да-да. Ну, не, если она ее наденет, это будет вообще замечательно. Но нам придется вебку подгружать, а так... Просто иконочку. А, мне кажется, что команда ЕРГУ, вот именно ленточки себе все поставили. Да. Так что Soul Flame. Амира повторяют за ними. Все, да. Авера хорошие ребята, поэтому вот мы тоже против рак. Так, ну я надеюсь, что наконец-то мы собрались. Наконец-то мы можем уже. Привет, кроли, ох уж эти МГУшники. О, кота, кроли. Здорово. О, капитан Церцони первый. Умира. Сейчас будем. Дома вырубили свет. Видимо, не только РКН, но и Мосэнерго против тебя восстал. Мосэнерго. Это все бандиты. Слишком большая противоположная. Итак, у нас все поехало. Я уже поменяю плашечки. Мира слева. Слева. Мира слева. Я хорош. Мира слева. Запомните. Ну, я думаю, что вы запомните, что бомби в Яргу, да? Вы же за бомби болеете? Беспристрастные мои. Нет, ты что, как бы... Мы никого не болеем, мы просто знаем, должны что команда бомби победит. Поддерживаем всех. Так что мы поддерживаем всех, но просто знаем, что кто победит. И на самом деле мы, конечно же, такими вещами не занимаемся. Мы за хорошую игру. Вот, чтоб игра прошла хорошо, красиво. Так что... Лучшую хорошую игру может показать им на бомбе. Ну, я надеюсь, что это будет очень ровная игра. И не будут брать Бригитту. Ребята. Эх. В итоге взяли обе команды. Но я надеюсь, что они... Итак. Собственно, это довольно интересная карта будет сейчас. Так что можно замену сделать будет после одного раунда, но такое. Давайте по составу хотя бы скажите, что как. Так, вот состав очень интересный. У команды Мира обычный дайв, у команды... О, да! Федя наконец-то взял Ханза, это значит, что я смогу наблюдать за Ханза в Федином исполнении. Начинается файт, команда Яргу уже на точке, она уже играет на защите. Дайв прыгает Винстон, дайвит бэклайн команды Яргу, но идет выхил, Мерси хороший выхил от бомби, вымирает Мерси. Не будет некому рез, Винстон снова прыгает, пытается, наверное, бить саппортов, но это не очень заметно. Да, заметно набивает Мойру, также умирает танк команды Яргу. И потихоньку Мира начинает захватывать точку, отстреливая всех по чуть-чуть, и сейчас команда Ярга уходит на регрупп. Ну, кстати, они развенялись довольно хорошо, но, собственно, не думаю, что Бомби вместе с Люськом будет пытаться как-то выжить, особенно учитывая, что Джиффи сдал свой ультимейт в Смойру, и сейчас все. Хороший выстрел от Бомби. Он дает драконов для захода, и люди каким-то чудом умирают, а ты смеешься. И это прекрасный момент, чтобы зайти, а, собственно, как-то поддамаживают, пытаются что-то сделать, но Верт забирает бомби. И сейчас все будет очень сложно. Сдаются боссы, сдается меч. Они должны отбивать этот поинт, и сейчас Иргу нужно особенно хорошо зарегруппаться, потому что, ну, уже нет смысла. Но Герт же попофается, убивает двух членов команды, и они уходят на регруппу еще раз. Я думаю, что команде Яргу не хватает немножко сплоченности. Они заходят по одному, вот это тоже Федя. Он, конечно, молодец, но он как-то странно идет один. Собственно, сейчас нужно ждать, что это все регруппнутся, все произведут тиммейты. Кстати, у Мира, с учетом того, что они довольно активно используют тиммейты, ситуация по ультимейтам все равно лучше. Но Бомби находит еще один фраг. Ее, конечно, пытаются резнуть, и тут же резают. Но он убивает снова на этот раз Генжи и издает ультимейт. Возможно, он кого-то заберет, но трясуху эти уже... Эти драконы. Да.
Драконы очень такие непонятные. Винстон с Люсио сдают басы на точке. Их уже 4 человека из команды ЯРГУ на точке. 5, извините. Они, видимо, перехватывают точку, потому что кроме Дивы и Генджи, видимо, теперь тоже, никто не оспаривает ее. Вроде бы, кажется, что команда ЯРГУ стабилизируется и выигрывает. Скорее всего, так и будет. Мёрси просто трогает, чтобы пацанчики забрать. Люсио делает то же самое, но его отбубивают. Но уже 90%. Да, 90% очень много. Этого не хватит для одного хвата. 4 ульты. Это да, но им нужно держать 100%, потому что если они отдадут и полностью вайпнутся, то это будет поражение на этом поинте. А у Мирая, да, действительно 4 ультимейта, и это значит, что они могут просто на количестве своих ультимейтов, если сейчас трейсер найдет пик, лопой-попой найдет пик своей ультой, то они просто могут уничтожить противника. Мерси ультует. Они давят в бомбе, закономерно, на мой взгляд. У меня было ощущение, что сейчас бомбе хотелось тут кластерка, вот реально ощущение такое было. Будто бы он стреляет. Так, ну, дается очень много ультимейтов, очень хороший нерф, который забирает Мёрс, но, к сожалению, ник начинается на L, играет Дива, это не значит, что это Леоникс, и всего лишь один пик, и команда синих забирает точку, скорее всего, и карту тоже. Ну, первую карту они, скорее всего, забирают, потому что, ну, будет очень тяжело зайти на контест, но они заходят на контест. Молодцы, хорошо заходят. Они даже захватили 75%, но сейчас будет очень тяжело. Сбивают нормальную сдачу ультимейта. О, хорошая бомба. Бомба трейсер, но, к сожалению, она нерфнута, она не добивает. Единственное, место тут жультует. Убивается, умирает Мёрси синих. Мёрси синих уходит, значит, не будет реса, не будет валькирии. Так, к сожалению, падает и бомба. Сиракан дает очень много всего, но его тут же забирают после этого. Но они отдефают, потому что, ну... Да, точка за синими. Еще и нет. Бах. И это 100%. Бомби да, свапается, ну, да, с... Чего не хватило? Чего не хватило? Да, наверное, слаженного захода. И мне на самом деле кажется, что вот дайвом играть, когда ты не сплоченная команда, очень проблематично. И на самом деле я сейчас надеюсь, что команда ЕРГУ возьмет фармерси и покажет, как да. надо. Как надо в соло катки выкеривать. А, собственно... Замедли его, они тебя услышали. Ну, так Мира, они меня делают, тоже... они берут фармерси. Ну, Мира, ты тоже меня услышали? Они тоже берут фармерси, и это значит, но что... Будет... смотри, тут очень все выпирается в фару, и когда мы сравниваем фару бомбе, а он на секундочку топ-200 фара мира, и фара не бомбе, не топ-200 фара мира, то я думаю, тут вопрос достаточно... Номера-то об этом не знают? Да, ну пусть это уверенно. Как бы, сейчас посмотрим. Смотри, смотри, что делает фара мира. Мира, фара висит внизу, она дает хайграунд фаре бомбе, и... Слушай, бомба ловит директ. По директам-то пока ровно, а да, бомби-то летает без мерки. Ну, она уже как бы подлетела, конечно, но очень блин, часто забивает. Все забирает. Короче, да. Бомби забирает верта. Но сейчас на него влетит Дива, и без поддержки мерки он ничего не может сделать. Да, реально, никак не так играет команда Мира. Ой, ЯРГУ, сори. Они, фара должна, если затягивается дуэль с фарой, на мой взгляд, она должна участвовать в заземном файте, иначе нет смысла. Но, с точки зрения мира, хила, мира просирают, да. Что что-то непонятное делает один хил из команды РГУ, потому что она их прошлый, он, хочу, не знаю, очень кстати, странно хочу, хилил. Хочу отметить игру Тия на трейсер, который реально сейчас сделал весь захват точки, потому да, что он убил... Да, да, благодаря ему точка захватилась. Он убил одного, второго, третьего, еще помог пострелять, а бомбе реально не хватает поддержки мерки. Ну, как мне кажется. Типа, он, конечно, пытается настреливать что-то, но мерка его бросает, и он просто без хила умирает. От Дива. Но главное, что вот что довольно большая проблема. О! И тут он... Ой-о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 й. So close. Ну, бомби, конечно, хороший. Ему главное показать свое превосходство, а дальше можно и драматично погибнуть. Дается первая защитная мека, и она никого не забирает. Собственно, басы тоже уходят в молоко, и сейчас будет очень тяжело зафатиться. Бомби, конечно, уже вернулся, с бомби уже пытается настреливать. Но Мёрси его убирает. О, какой странный барашек. Суицидится второй раз, он
Подумал, что одного раза недостаточно. Я не понимаю, что сейчас сделал, конечно, Бомби. Он попытался убить макаку, залетев к ней в купол и убив. Но, кстати, очень хорошо тянут проценты. И это значит, что, скорее всего, если сейчас ЕРГУ перехватит точку, да, то все. На этом все закончится. Не будет места для файта. И сейчас нужно сделать всего лишь один классный регрупп, пару хороших фрагов и все. Да. На что мы рассчитываем сейчас? Фара и вражеская, к сожалению, у нас в этот момент есть бараж, и поэтому красным придется туго заходом в точку. Но давайте посмотрим на экономику. У синей команды есть три ультимейта и готовит еще Валькирия. У команды красных есть только одна Валькирия и все. Ну, значит, нужно сейчас засушить файт и не поставиться под минку Трейсер. То есть, если сейчас Трейсер уйдет ее минка в молоко, ну, или так, то, в принципе, уже по экономике можно как-то выигрывать, пытаться. Да. Джифи, кстати, довольно неплохо. Да, смотрите, фара забирает Мерси, а Бомби никак не может справиться с ней в ответ. Но он добивает ее и бэкается, в то время как резает фару. Кстати, Бомби уже сделал минус 2, и это, кстати, он может... Можно только успеть что, да, реализовать это преимущество. Фару рестали, фара, конечно, вернулась, но у нее уже очень мало хп, ее тут же добивают. И сейчас в большинстве на той точке команды ЕРГУ, а это значит, что они могут и закончить этот матч. Дается очень хороший бараж, да. Но Винстон молодец, контрит бараж собой, своим телом буквально. И он делает минус 3, Винстон сделал минус 3. Это засейвило точку команде красных. Обратите внимание, именно этот мув застоял в команде красных. Точка команде. Встают опять очень много ультимейтов. Как мне кажется, очень зря. Надо было уже оставиться на этом бараже, потому что ну, сейчас просто 4 на 2 происходит бой на точке. Бомби, конечно, пытается что-то настреливать, но противников слишком много. И, собственно, из-за того, что они не регрупнулись в последний раз, стали сдавать эти все ультимейты, возможно, сейчас у них не будет времени, чтобы как-то отыграться. Я не вижу смысл того, что делают сейчас красные, а им нужно регруппнуться зайти, они... Ну, уже нет времени. У них на это времени на регрупп. Они его потеряли из-за сданных боссов. Еще есть время. А, точка-то не их. Ай-яй-яй, да. Точка-то не их, я все перепутал. Кстати, если Бобби делает минус 2, возможно, у них есть шанс. 2-2 на точке. А Тио пытается набивать, и сейчас, в принципе, ситуация-то стабилизируется. Они могут что-то сделать. Бобби убивает просто всех. А те помогают ему и, собственно... О, найс, директ в Люсио. И, собственно, они реально отбиваются. И... Но сейчас у противников уже есть время на регрупп, им нельзя давать зайти. Есть ультимейты. У Мира есть 2 ультимейта, 3 на подходе, грубо говоря. У команды ЯРГУ только один, и сейчас просто приходит на контест Трейс, и сейчас все, сейчас будет... Да, все пойдут ультимейты, и будет очень проблематично. Ливень возмездия неплохой, да, забирает двоих. Он пытался реализовать максимум из-за того, что его преследовала обидная ситуация. Ну тут просто... Дается хорошие, очень хорошие боссы, и фара выживает. Фара с них выживает, и это точка за командой синих скорее. А это значит 2-0. А это 2-0, и первая карта достается Мира. Ну знаешь, плотнее сейчас все было. Когда Бомби взял... Фару все стало намного интереснее и забавнее происходить. Ну, они стали играть лучше, да. Более уверенно. Ушлое предупреждение члену команды. Я так понимаю, что это все-таки Мира, да? Ушлое предупреждение члену команды Мира. Не, кстати, очень странно, мне по огромное количество кадров пускается, не знаю почему. Мы не пишем изи и подобные вещи. Какая карта следующая? У меня фриза под 40. Предупреждает о замене команды Мира. Так, я пока что, наверное, приостановлю трансляцию. Мне нужно будет сейчас попытаться что-нибудь сделать с фризами. А то очень противно. Сейчас подождите, ребятки.